если мы скажем Gacha Life 2. И типа это у нас такая игра Gacha Studio. Gacha Life Studio. Называется игра особо. Но надеюсь, вы некоторые в него играли. Вышла эта игра чуть-чуть раньше, чем Gacha Life. Это потому что нет аниме. Так, что смотрим? Это, короче, можно переодевать тут всяких персонажей. Тут добавили обучение. Тут можно бесплатный гем получить. И да, посмотрим, что у нас в студио. Ну, короче, у нас есть в студио новая кнопка чат. Ну и новая. Цен. Ну, давай начнем на 2. Выбрать можно что угодно. Так, заходим на кнопочку P, нажимаем. И тут у нас всякие наши петы получаются. Это типа... Это... Как сказать? Это как сказать? Кнопочка петов. Слагатель в игре. Это у нас петы в игре. Можно также перейти в настройки. Короче, нажимаем на вот лупу, и у нас появляется вот такой эффект. Можно увидеть. Ну, короче, а как получить бесплатные гемы? Например, стейдж. Заходим в арену. Убираем арену. Короче, у нас даются бесплатные гемы. А давай только водой попробуем. Вода — это мой знак. Короче, мы выиграли почти. Да. Отличная игра просто.
все, короче. Давай заходим в арену и посмотрим, сколько мы заработаем. Ну, посмотрим гача. Короче, есть кнопочка. Ну так удобнее открывать бокс, а чё? Всем пока-пока.